Друзья, всем привет! Смотрите, кто ко мне едет. Кто это приехал ко мне в баню? Привет! Да это Сережа Коломенский, директор бани. С Питера 6 часов. Сейчас мы пойдем вот в эту баню. Шутка, конечно. Ребят, кстати, смотрите, а как вот посоветуйте Дмитрию, чтобы у него какое-то разнообразие в канале было, а то он все там современные какие-то технологии. Пускай он с этой, со старой баньки сделает черную баню. Что, один там Ефремов, что ли, будет париться? Вот, смотрите, какой замечательный образец. Антураж присутствует, это все. Просто там надо посмотреть, что там внутри, и все выкинуть, и сделать ему просто черную баню. Для души. И для контента. И для контента. Поехали. Класс. В общем, сегодня мы встретились с директором бани, Сергеем Коломенским. Кто не знает, кто такой... Сергей, ну я вряд ли думаю, что кто-то такой есть, но если кто-то не знает, это, если я правильно скажу сейчас, да, первый чемпион России по банному мастерству, да, правильно? Да, это правильно. В 2010 году. 2010 год. То есть человек, который очень хорошо умеет обращаться с вениками, да, и практикует. И который лошара, надо было YouTube-канал заводить в 2010 году. Да, но у него есть свой YouTube-канал, который как раз называется «Директор бани». Поэтому ссылку я оставлю в описании. Можете перейти и обязательно на него подписаться. Сегодня мы хотим вместе попариться, да, мы оказывается, земляки не так давно. Тут вообще, да, отдельная история, можно потом кино будет снять. Да. Решили сегодня попариться, встретиться, попариться, посмотреть мою баньку. Сергей ее хорошенько осмотрит, скажет свое мнение, найдет там какие-то, может быть, косяки в этой баньке, да, что с его профессиональной точки зрения не очень хорошо. Более подробно он расскажет в своем видео на своем канале, но и в этом видео, я думаю, что немножко там вот, ну, пару слов хотя бы, да? Да. Я наговорил еще, подождите, он будет монтировать и вспоминать меня в колено. Вырезать все. Погнали. Погнали. О, какие веники приготовил Сережа. Галин, пожалуйста, я обычно белый перематываю, скажет, это не его веники. Приехал я со своими вениками, которые заготовил в прошлом году. И вот эти веники, они, ну, кроме можжевельника, это свежие. Все, как мы любим. Пакеты из-под Пятерочки, местами они даже чистые. Это осина, молоденькая осинка. Эти веники, я их называю быстро вениками, это все собрано в руку. То есть я, вот, например, да, допустим, дерево, захожу в дерево, там, раз, и чтобы не ломать, мне не заготавливать, потому что это такая рутина, как сидеть там что-то. А тут прямо так катаешься на велосипедике, там хоп-хоп, у меня ножичек, там изолента, кто меня не знает, кто знает, это знают. А у меня все время с собой вот эти необходимые инструменты. Ну, вот была такая, что делаешь? Обычная белая православная у меня, ну, здесь вот такая вот. И сразу с дерева в руку, это называется у меня, как бы, я зову быстрый веник. Раз-раз-раз-раз-раз в руку наложил. И сразу же, как я вот его держу, веничек ложу, чувствую, что он мне уже хватит. Ну, вот примерно вот размер. Да? Вот такой. И все, вот получается вот такие венички. Это осина, она все время у меня была свежая в работе, как бы делал. А тут вот получилось, что осень хорошая осинка была, я оставил ее дома, она хранилась дома, была пересушена, вот сейчас подмочили в пакетах. Ну, сейчас попробуем. Она звенит, она даже свежая звенит, а сейчас будет вообще. Ну, мы ее маленько подраспарим еще. Ручка вот такая должна быть, чтобы ничего не слишком не торчало длинную для работы, самое то. Вот и второй день примерно одинаково. Ну и по весу, она легенький. Блин, да вообще легенький. Как бы, да, и приятно. Просто, вот. Просто в пакет положил, замочил заранее, потом в пакет положил и вот сейчас привез. Ну, да? Сначала я сполоснул эти все и сполоснул их горячей водой, потому что они были дома, но лежали пересушенные вообще как пора. Ага. Поэтому прямо горячей воде, это ничего не боятся. Там, наверное, минут 5 я их, наверное, пополоскал. И потом подержал так в ванне, маленько попереворачивал, мокрый так, и все. А потом перед выездом еще сполоснул их пакет. Веники все споласкивайте, все веники споласкивайте сначала, а потом уже запаривайте, замачивайте, запакетывайте, как хотите. Ну, потому что, которые веники продаются, они, особенно в конце сезона, которые продают, они прям вода черная-черная. Потому что грязные, очень хорошо споласкиваете веники, это ваш совет. Спасибо. Ой, извините. Блин, аромат, наверное, от него будет. Вот.
Это у нас будет сегодня фаворит номер один по аромату. Что не надо никаких ни масел, ничего. Это свежий, свежий, свежий. Прямо вот по лесу. Ну и чтобы можжевельник зря не переводить, он как бы, ну, будет у нас в работе один раз. И мы его вот такого маленького делаем. Вполне себе. Да. Сейчас над паром подержим, он раскроется. Парилочкой подышим. Ничего. А, я уже так, хочу в парилку. Да, да, будет такой тоненький аромат, шлейф такой вот так раз. Где-то что-то так вот. Ну, слушай, осина, а? Пахнет. Да, блин, ну вообще классно. И вообще по веникам. Мы находимся в Ленинградской области, это северо-восток. А в южных областях, вот я себе веники рвал, такого аромата, вот, например, березу тоже взять, она какой-то еле-еле уловимый, ну, почти что не пахнет. Почему так? Здесь береза и вообще вот аромат от веников, от листьев просто сумасшедший. Тут можно в мешок складывать аромат этот и везти, продавать там, где ароматов этого нет. Вот я не знаю почему. Но это так. Класс. Я, с твоего позволения, по-стариковски. Да, как тебе удобно. Горячая вот эта вода. Да. Мы начинаем КВН. КВН. Вот. А ты подаешь понемножку или? Не, я обычно пол-литра по двум кассетам разливаю. Так, кассета это в какой стороне будет? Смотри, кассета. Вот где по насечкам смотри. Но. Здесь кассета, да, да. Здесь кассета, ага. И здесь кассета. Ого. А вот это и это камни. А с какой кассеты пожестче? Да с любой, без разницы вообще. Так, ты, понял. Ну, мне кажется, ты помалу набираешь. Я полкусика на кассету. А мне пока вот. Партийная совесть не позволяет по полкусика это потреть. Или еще разочек. На третью кассету. Ну, треть. А на самом деле это парная и не такая уж и маленькая, я вам скажу. Как бы, если это все вот так вот. Я тут смотрелся и. Во! Ага. Очень хороший, мне нравится. Я себе так приготовлю сразу. Mm-hmm. Ну что ж, ребята, немножко чуть-чуть погреем. Сейчас посмотрим, где у нас порог. Где у нас что. Но вверху хорошо. Да, вверху уже. Вот как раз вот тот полочек, я и понимаю, как он у тебя будет работать. Сейчас мы это все дело приопустим. Угу. Аромат пошел. А если сверху это куда сейчас попадает? На верхнюю кассету, нет? Не, на камни просто. Просто на камни? Ну, что-то попадает в воронки, наверное, но по большей части на камни.
Блаженство. Ножки вместе вверх поднимем. Сейчас у нас пойдет небольшой такой торпедный катер. Ферингер, топ название. Там аккуратно где-то там бревнышко лежало, то подальше, не спотыкнись. Я проверял. Ну, вода еще я не знаю сколько. Так. Ну. Не знаю, градусов 6, наверное, да? Такая прям бодрящая водичка. Очень, очень. Сейчас окунешься сразу и туда, и на спинку, и яркий порог еще до мурашкой. Давай. Давай? Давай. И ножки еще, да, погреем? Давай. Давай. Наверное, сейчас. Ай, снимает и снимает. Камера для того и нужна, чтобы снимать. Я вот думаю, сейчас как раз бы так самоварчик был бы, да? Тут этот чайничек так наливаешь. Так, так можно сделать. С блюдечком так подтягиваешь так тихонечко. Кусковой сахар обязательно. Ножичком так щелк. Не-не-не, наливаешь блюдечко, чашечку ставишь. Сахарочек макаешь так и рёпсаешь так прикольно. Это было вообще замечательно. Вот это было бы подводочка. Но поскольку... Этого сегодня нет. Да, идею для Дмитрия я подкинул, поэтому в следующий раз мы исправимся и будет как-то другого. Возможно, даже самовар на дровах придется вести. А что я по этому поводу думаю? Я думаю, что, наверное, даже некоторые не поверят, кто, может быть, не знаком, вот не хочется отметить печку, да, что... Одна топка и три полежка, и все, у нас даже не топилось. А печка выдавала, 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 и в конце я добрался еще, попробовал верхний полог, и она выдала даже больше, чем нужно было. Это раз. Ну, как бы в печке я знаком, не сомневался ни разу, потому что печка монтирована была, установлена самим Дмитрием, там все по максимуму, все должно, чтобы там оно все есть, все присутствует, и Дима знает, как этим всем пользоваться, поэтому в следующий раз мы поменяемся. Он будет на вениках, а я буду полеживать. Поэтому я ему сегодня показал, как там некоторые моменты, возможно, это ему пригодится. Да, и пусть попробует, только не повторить. Да. Очень удивила осина, потому что она забрала весь запах и выдала свой. И как бы я, честно говоря, немножко даже был в шоке, как это так понравилось. Можжевельник потерялся на фоне этого. Парились с открытым окошком. Была вот такая щелочка. Но это тоже хитрости Димина. Он как бы, не знаю, тоже меня тоже подлечивает, но мне как бы было не до этого. Много пару вверху еще было. Работа как бы в пирожке немножко работал. Второе парение было совсем по-другому по пару. До конца не понял, как бы, всю эту атмосферу, что, потому что надо бы еще так раз попариться, как бы, а то непривычно, все непривычно, просто счастливый человек, у которого вот ему смешно, а я просто понимаю, что это ему и не надо. Есть кран с водой, с холодной, с горячей, есть ковшик пол-литровый, все, никаких, ни скамеек, хотя он, в принципе, может себе поставить. Ни полочек, ни каких-то там тазиков, ни ведерок нету, чтобы человек просто приходит в баню и кайфует, не заворачивается за счет «это надо, это». И ему не надо, слово «совсем». Вот для меня тоже такой шок. Я еще перевариваю. Да, я до сих пор вспоминаю, как ты сейчас пришел. В принципе, да, когда я его парил, тут я должен... И иногда даже не знал, что куда веники. Я их так под мышкой, как на первом бронетесте. Потому что я знал, что если будет куда... Мне некуда их положить, то есть на верхней охоте, чтобы они там не в жребы. Ну, все по-другому, все. Да, да, и это семейная байка. То докопаться... Да, я думаю, что если как бы докопаться, это, наверное, можно есть, как бы чего. А что докапываться? Человек делал для себя. Человек делал это, во-первых, с любовью, с душой. И это чувствуется. Ну, вот как бы дверь просит зайти раз, а вот сюда, ну, просто это для счастья, ну, как бы много-то и не надо, вот. Ну, в поделке окошко побольше, да, можно. Ну, кайф на верхнем полке, вот я действительно, это была мечта идиота, я как бы, ну, вспомнил свою прошлую работу, где можно было просто лежать на полке, смотреть в окошко и смотреть, как вот это небо, солнышко и река.
Ну и париться еще в это время. Блин. Ну, слушай, это будет сниться. Теперь это будет сниться опять. Я думал, сейчас скажут, мне вот, короче, это не нравится, это не то, это не сё. Это потому, что эта баня не для работы. Это баня для отдыха. И, например, да, я уже тебя спросил, говорю, а как, например, ты паришься, да? Ну, тебе, а тебе? Три ковшика, ты говоришь, там туда, и все, тебе хватает. Я сначала думал, как это работает, а я потом залез наверх, и я понял, что как вот это и работает. То есть, там не надо что-то подготавливать где-то рядом, чтобы у тебя ведро было, там тянуться, подкидывать. Все, три ковшика, и ты там... Просто нужно зайти на его канал и посмотреть его видео, как он поначалу пришел в парилку такой... Где у тебя что? Где тут какие-нибудь полочки? Где какие-нибудь ковшечки, тазики? Как, говорит, я сейчас буду работать? Я сейчас такой говорит, как будто бы все, да, все хорошо. Не, ну на самом деле ковшик есть. Ковшик довольно-таки объемный. Если ну, я еще просто... Ну, новое помещение, новое как бы для меня все. Поэтому я так по чуть-чуть, по одной трети подкидывал. И ну, немножко там время как бы у меня больше занимало. А так надо было просто набрать целый ковшик и его... На три кладочки там разлить, вот подкинуть, в принципе, да. Ну, как бы, пространство новое, поэтому ну, я да, еще себя да, так не совсем... Да. Но я думаю, что все-таки Сергей у себя отснял более подробное видео, да? В парилке у меня больше, там, наверное, получится, скорее всего, камера вроде отработала. Там речка у нас там снята, конечно, я поделюсь, и будет, наверное, там... Поделимся ссылочками туда-сюда, кто у кого как что получилось. Да-да, поэтому обязательно посмотрите. Да, у Димы, у него более такое тематическое видео, это как бы не его формат там парения, это все. Но как для вот, нового глотка свежего отдыха в его канале, например, если насколько у него там хватит времени и хватит сил, там, может себе позволить, там, сейчас пойдут свежие веники, можно еще к нам ролик там как бы... Напишите ему, что это тоже немаловажный момент, что вот как париться. Тем более у него там дочка любит баню, она ходит. Тоже такой момент, что вот как... Это же семейная баня, там дети в бане. Это закалка, оздоровление. Как бы, люди... Постоянно ходишь в баню. Вот ты часто болеешь? Нет. Ну, а кто не ходит в баню, те болеют. Поэтому ходите в баню и не болейте. И парьтесь в баню. Вот это, да, отличное пожелание. И думаю, что на этом, наверное, можно нам и заканчивать нашу сегодняшнюю встречу, наше сегодняшнее видео. Я хочу поблагодарить Сергея за отличное парение. На самом деле было просто ну, обалденно. Я кайфанул по-настоящему. Все, всем пока тогда. Пока-пока. Пока-пока. Дим, я тебе хотел такой небольшой подарочек сделать. Ух ты. Баня-фест. Этих уже не делают, наверное, и не будут уже делать в такой вот комплектации, в таком. Это новая шапочка с тех времен, наверное, с первых баня-фестов. Точно не буду сказать, какой год, но где-то начало. Это тебе на память. Спасибо. Пускай она где-нибудь у тебя будет. Спасибо, сейчас в баню. Где-нибудь в баню пускай. Да, будет, в бане будет красиво. Таких уже больше не найти.